Но все, осталось кольцо с принцов, и все, можно дамажить престол. Правда, у меня там что-то будет 5,9, наверное, все равно хорошо. Что бы Халион с Лича, боже, Копар, упадет сегодня Халион с Лича, как ты думаешь? А, Копар? А, он хавает, наверное, где-то уже. Меня слышно? Да. А до этого не слышно было, да? Не было. Копар, упадет с Халион с Лича, да? Упадет? Не-а. Не-а. Как? Ну почему? Мне он нужен. Потому что падал недавно. Так он мне постоянно падает, у меня и у мага есть. И друлем, когда 10 гер Лича хилил, снесли, тоже упал. Не, я и с моим посохом могу как бы дамажить ШП, но лучше, конечно, с Халион. Крит вместо духа. Все сокеты красные под СПД. А их там даже 3, а тут всего 2. Так, чего-то не хватает интеллекта. Да. И я вот и здесь. Ева, я любил тебя. Что? Что случилось? Давай, дай инту. Все готовы, Жека, хорош. Давай, дипей. Все так же делаем, и, кстати, вы хорошо перевели, не стопали дамаг, все круто. Все тупо круто, просто не повезло нам в тот раз, вот и все. Цели красного, вынеси в РДД зону, выбегаем с лужи. Бог, пошли, к чему устанет. Ну ладно, бей, пока я сам встану. Ну что, успеваем, не успели? А ну давайте, домашки, быстрее, блядь, не успели. Ребята, это вайп. Нету для рай, нету замедления. Боб, дай Боб, вайп. Хитрюга. Не, почему отдать? Понятно, о, ясно. Понятно. Как это у тебя не было раги для замедления, а? Вот так, 40%. Вы слишком быстро его бьете. А он лужи кидал? Две лужи кидал и все. А, боже, Жека, смотри, когда лужа... Я знаю, что надо растягивать, они были в одном месте. Ага, понятно. Тогда не понятно. Получится, да, растягивать. Новости, народ. Все понятно. Там чумы, которые уничтожит... Это просто жесть. Ты просто должен был подождать. Тогда будем стопать, вести под зеленого. Зеленого не замедлять первого. А потом на двух слезней ты накопишь рагу. Да, не надо вести под зеленого, потому что всего ты милик, и все, нет смысла вести под зеленую. Да, да. Будем подставить. Это же не 25. Есть еще вариант, Жека сможет холи пава, а я пойду престом в эту долбаную обому и сам попью, поделаю все. Зачем? Че он? Ну, я умею, как бы, отпиваться раги. Ну, ты всегда все умеешь. Мы это все знаем. Ну, вот. Вот тогда сиди и все. Мы не будем переводить, просто будем стопать по боссу. Чтобы два слизня были замедлены. Как это?
да, наверное, не надо, потому что второй раз мы вообще еле-еле перевели, и то мы его даже не перевели, там должно было быть 3 слизня, но почему-то над нами с милости вился профессор и дал всего 2. Когда льется вот эта струя и происходит переход, то он вызывает только одного слизня. Да, это правильно, но там слизень уже появился, в общем дело. Нет, не появился, это уже слизень с переходки был. Просто слизень еще каст не сделал. Если б слизень сделал каст, хотя странно. Камень преткновения, да, в 10 герц? Да, блин, это вообще жесть. Но одно радует, хоть люди с чумой нормально, адекватно себя ведут, это уже в плюс. Как там курочка? Сама себя дразнишь. Ну да. Я там цели красного все равно ускорение буду кидать, как бы. Просто знаете, как вы должны бежать от красного на переходке? Мы должны встать под столом. Когда красный вот доходит до этой точки, где сейчас труп Тэнкси и Прист, вы сразу же поворачиваете в эту сторону и бежите под зеленую колбу. Я вам даю ускорение, и все, вас красный не догонит. И мы успеем его залить. Джекас, тебе нормально? Накопишь это раги на 2 слизней на переходку? Нормально, нормально. На 2? Нет, точно не будет на 2. Быстро, слишком давай, быстро переводит. Хорошо, короче, быстро. Все, я буду в кукле. А ДД кто будет? Ну вы будете. Джекаса ж нет, давай пусть просто танки Джекас просто бегают и все, не надо. Да, смысл? Идите как обычно, просто пусть танки побегают и все. Боб даст. Так, смысл смотри, у нас просто получается так, минус 1 дамагер. А так он спекнется в хила, я в кукву, и дамаги столько же останется. Тут все равно на последней фазе не нужно 2 танка. Тут проф столько не живет, чтобы рейд убить от стаков. Спокойно рейд 5-6 стаков выдержит. Хотя, как правило, тут 4 только будет, он умрет. Какая вкусняшка, пипец. Я не дотерпел до перерыва. Просто мы слизней будем долбить 3 часа, блин, если и так минус 1 ДД будет. Вот. Да, тут не важно, кто пьет, я могу выпить. Тут вообще не важно. Че, я выпил куку, давайте. Чё вы думаете, блядь? Давайте, выпил куку. Играем. Сюда, беги к нам, Хань, РДД зона. И отсюда дамаж. Стоп, по боссу все, это шли от босса. Уберите босса из таргета. И ждем зеленого, к столу все подошли. 2% босса никто не бьет, петов убери. Первого не плюй, слышишь? В первого не плюй зеленого, хорошо? Зеленого сейчас не плюешь, на 2 плюешь, копишь. 96 раги. Все в зеленый. Пей лужи быстрее. Встаньте в кучку с чумой, долбите. У вас слизня, поворачивайся в 2 плюй. В одного и в другого. Все бьют зеленого сейчас. Под босса встаньте, не надо там стоять. Ребят, под босса. Все зеленого. Вот что вы делаете? Они тупые. Почему? Хорошо. Там в одну цель опять? Блин. Нет, там в 2 цели, просто вторая цель стояла, Доксон, по-моему. Кто да, это, чувак? Доксон стоял. Ладно, давайте еще раз попробуем. Лок, скажи, я что сделала не так? Ничего ты не сделала. Там не был зеленый, что я, чё? Потому что на мне был зеленый. Ну на... Боже.
На Доксоне был красный, я же сказал, что ты к этому Воку вообще с ним не разговаривай? Вок неадекватный, ты с нами говори. На Клота красный. Да? Там газовый встречи. Странно, мне показалось, что Боти, что на Доксоне. Да красный на тебе был. Не могла двигаться. Ну, значит, не повезло. Нет, там две метки у меня поставил этот ДБМ, даже на Доксона и на Клотта. Ну, значит, ДБМ ошибся. Череп ставит на под красного, правильно? Череп, а крест под зеленого, правильно? Ребята, вот скажите, вот почему вы в центре остались на переходке? Почему Хила 2 побежала к столу? Там приятно стоять, наверное. Не знаю, всегда так стоят, наверное. Это не 25 оп, это 10 гир. Здесь нужно идти к столу. Вы остались в центре. Хрена. Вы что, тактики не знаете на 10 гир? Или что? Думаю, для чего же... Диор, а ты не подумал, зачем мы тебя берем в рейды? Ты же у нас, да, ты же у нас все знаешь. Не надо. Вот рассказываешь. И 20 минут сейчас замедлил, да? Нормально? Да, да, сейчас все нормально. Будем надеяться на удачу и на наш ДПС. Давайте попробуем с пула не отдавать крылья. Я забыл сказать, там копии не отдавать, что там еще демон форму не отдавать. И отдадим эти прожимки на слизней, потому что у нас мало ДПС в слизней. Мы не успеваем их убить до того, как они придут в цель. Может быть, тогда получится у нас убить этого босса. Но все равно не вариант в центре стоять, поэтому к столу отбегайте, переходка, столу обязательно надо отбегать. В центре, вот где вы сейчас стоите и ешьте рыбу, там всю эту фигню, нельзя стоять, потому что, ну, я думаю, вы не слабоумные. Зеленый слизень появляется вот здесь, бежит вот так вот до вас, все, хлопок. То ли он будет до стола бежать отсюда, да, смотрите, какая разница, в три раза дольше. За это, за это время вы его убьете. Первый, когда просто единичный слизень выползает, можно в центре. Но когда сразу два, вы здесь не должны, вас здесь не должно быть, вы у профа должны стоять и свечиться в слизни. Как только они уже более близко подходят, вы в зеленого все вливаетесь. Все просто. Ой, чекни. Вот этот инст прекрасно показывает, кто что не до конца понимает по поводу героических тактик. Давайте бафы, может, будем раздавать. Бурсты, маги, демон, не отдаете с пула. На слизней оставляем. На первых, на вторых. Ну ладно. Все готовы. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Стопнем по боссу. Стопнули. Весь рейд в звездочку. Весь рейд в звездочку. Уважаемые графика портал. Ты не сдох. Зеленый убил. Три лужи не проспитал. Теперь к столу иду. Да?
Костой встали звезду, весь рейд. Сова. Сова, встань звезду. У тебя нет портала. Даксон. Шаман. Идем зеленый. Красно. Вот так, молодцы. Что-то я ничего не чувствую. Может, ты забыла дать сейчас одна? Это еще откуда? А почему он меня бьет? Твой мега ДПС срывает агро. Сейчас красный будет, внимание. Я дам ускорение его цели. Заметил? Все красные. Все равно ускорение дам. Все. Как сон манушек. Тотем не ставишь? Сон лужит. Нет. Давайте станем в кучку, чтоб чума не того, не бобо. Вот, а если что скажешь, когда ставить, ну будешь, ты тема могилу надо прочитать. Зеленый. Так, теперь. Сейчас. Стопнули по боссу, стопнули по боссу. Стопнули. Только слизня все бьем. Блять, сбегайте к этому. Куда ты бегаешь? Убивайте его быстро. Переводим. И все к столу сейчас бежим, не забывайте. Когда слизни. К столу двигайтесь уже, сова. Сука, тебя зеленый выберет, ты сдох. К столу двигайся. Когда выберет слизни цели, дадим рост. Рост. Пул ДД по зеленому. Почему ты его не замедлил? Какие у тебя проблемы? Активнее зеленый. Красный. Себя у босса теперь. Гимна ману дай. Я сам отхилю, не парься уже. Даже если нету гимна, просто можешь стоять, ничего не делать. Даже ауе нету на этой фазе. Только танка хилит. Возможно, бежать. Сейчас он пойдет, выходите, слышно. Новости, народ. Похоже, у меня ничего. Смотри, ты хирург упал. Грудак нахуй упал, нормально? Нет. Стой. Да. Хуйня полная. У меня крит хаст с обычным. Да, херня. У тебя лучше. А тут вот... Че? Короче, мне надо доесть и нормально, слышите? Че, у нас сейчас будет перерыв? Давайте сделаем перерыв. Идите там доешьте чай, допейте, налейте чай себе. Я тебе напишу, сколько там, 10 минут, давайте. Ну, смотрите, там можно будет, чтобы какой-то танк раньше пришел, и я раньше приду хилом, и мы, по крайней мере, начнем бить трэш. Можно через 5 просто. Сколько? 600? 600. Чувак, там... Ну, пойду посплю. КД, дай его убить. КД скинется через 600 минут. Что значит я спать? Куда спать? Ты чё? Лол. Я думал, там все пошли.
Чекну на АФК, кто здесь, может трэш начнем бить, если кто-то еще есть. Кроме меня, Войт, Хант и я. Прекрасно. Кстати, может мне стоит завести Тэнкси куда-то подальше? Тебе помочь, Тай? Жаль, что тут спрыгнуть нету. Нельзя. Сейчас бы двойной суицид. Че, как там Вальку хилят? Полипало. Хорошо хилят. Смотри, набираешь стаки, стаки под геру, включаешь прожим от сета, вот эту вот штуку, таван, короче, и крылья. И начинаешь долбить в танка, на нее частицу вешаешь, а хилишь танка. То есть по таргету в танка оверхил. Холи Прист круто, когда в рейде есть. Он дает на 10 секунд еще 20% от хила всем, кто хилит Валю. В комнате Холи Пристом прикольно хилить. Короче, три кнопки юзать, даже кастить не надо. Три мгновенки. Молитву, круг и этот, как его, кольцо света. И все. Напишем. Так, два танка есть. Тут, тут еще вам руа есть. Ой, там можно уже этих начинать, они бьют не больно. Погнали. Давай, пуляй, Жека. Че ты ждешь? Нет, на меня зеркало, да. Квота вылетела. Релокаюсь. Эспель, ты с меня, спасибо. Реально, последнее, что не хватает, это кольцо, блин. У меня хилов стоит. Да сейчас упадет. Ну и, конечно же, этот, было бы круто Халиум, если бы упал, но даже если без него, все равно можно с такой пушкой, шипешкой. А че, БЕшки не попадали вообще, да? Не, ну значит впереди. Могу дать этот самый сейчас покаяние. Готовы, да? Сейчас. Я думал, ты хочешь мне дать боешку какую-то. Стой. Давай я дам череп, вот и тогда свисти, да? Угу.
Раньше, когда-то давно, вешал стаки не лейтенант, а тактик. Заберите это с ВОКа, два танка, ё-моё. Там же ж ВОК бедный. Можно агрить звезду. Беру командира, пока не дошли эти. Звездочку тогда за контролем. Там будет тогда по возможности этот печенька. Готов? Да. Тактика спустите. Тут тактика, тут командир и советник. Видите, как все просто. Два контроля и все хорошо. Хорошо, что он на этом спойлер. Охренеть, ты прикинь, Боб что-то не диспейлился массовым. По-моему, это не диспейлится. Странно, если бабл диспейлится, то почему Боб не диспейлится? Механика какая-то другая подписана. Не, ну вообще, если по БГ судить, то диспейлится и то должно. А помню, короче, как мы этот, там, знаешь, вот этот остров завоеваний, короче, БГ, где две крепости, и там можно катапультами через ворота пилить, лететь. Короче, я паладином гонял когда-то давно ретриком. Дал, короче, этому вару, мы с варом перелетели, дал вару диван, стоят, альянс на него набежали, короче, и массовым диспелем в него, короче, фигарят, а вар стоит и ржет над ними. А там же ж 5 минут в диване можно стоять. Это вообще тема была. Блять, ну дал же, сука, контроль. Кидай свою тарелку. А все равно три моба. Так ты прикинь, они где-то минуту я специально из... Бля, я специально из... Специально с трупа не выходил, смотрел, наблюдал за этим альянсом. Они как петухи, короче. Не, при чем ты здесь? Есть у кого-нибудь Дживс? Хламобот? Че уже покраснело? Грустно. Покраснело уже? В смысле покраснело? Ну, шмот красный. О, господи. Беги к нам, садим на это отродье. Дай пока лапу. Потом пожрешь. Амруа, не забывай про кинетики, пожалуйста. Смарт-бафы давай каст. Я еще помогал? Я по кинетике вам так скажу. Сова, хант, шипе, маг. Кто там еще?
А, вас четверо, да? Вы все бьете. А бить кто будет? Вы все будете. Да нахер этот босс, я босса убью один. Смарт, бафник на эспун. На пол на кого? Кого? А, никого. Охренозно. Забей. ЛПшку одну вторую кинет, в одного в другого. Там никто не сорвет. Ну вы не вырываетесь, конечно. Че, может каску дашь, блядь? Ты тут протопал, не? Наверное, пошел куда-то. О, кальк сидит в РК, охренеть. Инту. Инту, пупсики. Да. Лог готов? А ты поговори с другим танком. Что вы, танки, не можете пообщаться? Вообще, в идеале, конечно, чтоб протопал две цели танчил, поскольку у него праведник каждый удар в две цели бьет. Так чё? Плюс лужа. Маша, чё ты танчишь? Ладно, все готовы, давайте просто начнем. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сатлей, непобедимые воины короля лича. Не бейте боссов сейчас вообще, пусть ДК наберет огром. Встань на крыльцо, Маш. Не бейте вообще, не бейте. Забирай боссов. Понятно. А от чего он умер? Ну, я же говорил, лучше протопал бы дед. И прольется кровь. На боссу. Кушать подо. Насладитесь болью. Давайте я двоих, чё. Прольется легчайше волна. Ибо сила сферы питает меня. Я не достаю до сферы. Ничего страшного. Если я подбегу, я другую потеряю. Ну ничего страшного, ну. Мы уже приехали. Задний, помогите. Ну, ничего страшного. Давай. Вторую главное не упусти. Ретрик помогает. Просто у нас минус 2 дд, надо чтоб кто-то и босса убил. Ретрик на кинетике, все смотрим. На те вообще ядра есть, что-то тебя так бьет. Капара, что ты не хилишь? Понятно. Ладно, падаем. Походу мы не знаем тактику на этого босса. Всем привет. А вы в обычке или без тактики? Вере. В обычке без тактики. Не падали бы. Два промаха ледяным прикосновением. Давай, вот как иногда хочется просто, я не знаю, взорваться, просто пукан так горит, воспоминается. Давай попробую объяснить. Не, давай я уже буду на двоих и все. Не, просто объясни человеку. Агро у БДК набирается с ЛПшки, топовое агро. А, учитывая, допустим, если взять сравнение протопала, протовара, то 10 секунд их танкования это одна ЛПшка от БДК. Тебе что нужно сделать, когда боссы появились, активные стали? Ты кидаешь Валанара ЛПшку, кидаешь Талдорама ЛПшку, нажимаешь кровотвод, кидаешь Валанара ЛПшку,
Нажимаешь усиление рунического оружия, кидаешь Талдорама, кидаешь Ваонара, кидаешь Талдорама. Потом только начинаешь юзать все остальные скиллы. Я для этого говорил им не бить босса. Привет. У тебя что-то, не знаю, таунт нажимается тогда, когда босс был на тебе, и тебя из тебя его сорвал ДД. Таунт не нажимается тогда, когда боссы появились, и я сказал ДДшников не бить. Тебе надо было кидать ЛПшки. Ой. Маша, ты там мы не туда побежали. Смотрите, если можно, я добавлю еще к словам Войда. Смотри, Маш, ты лужу сначала даешь, там есть такое разложение, не которое дамажит всех. Не то, которое замедляет движение, а дамажит. Уже бы на хилов не стал бы бегать на тэнксе и так далее. То, что он сначала на хила побежал, второй босс. Но он бы остался на тебе, учитывая, что ДД не били. А потом еще... уже то, что Войд говорит. Еще есть очень такой интересный прикол. Вот эта лужа, которую он говорит, она тратит по одной руне всех. Лучше не ее использовать. Лучше использовать скипание крови. Это надо встать примерно между Талдорамом и Валонаром. И ты краями скипания заденешь их. И как только они станут активны, надо просто быстро нажать скипание крови. Можешь так попробовать. И потом сразу ЛПшки кидать. Мы будем стоять, не бить и смотреть, как ты кидаешь ЛПшки. Не, ну сейчас лучше реально, пусть протопал потанчит, чтобы наверняка. Не, пусть она это сделает, и мы все нормально убьем. Не, просто в идеале вообще их как бы не должен ДК никакой держать, сразу двоих. Да это все ерунда, я говорил, пешки очень много огрода кидаешь в одного, ну, в другого, да, но... и все будет нормально. Все равно просто не профит. Ну, ты Woman смотрел, ты видел цифры там какие? Братовар 10 секунд танчит, 40 единиц набирает. За одну ЛПшку ДК 30 набирает. То протовар. Протопал более-менее еще с поднапулом. А вы сейчас не сильно заняты? Войд, можешь понять 12 гильдию мобильного села? Горит, что ли? Не, я просто спросил. Не, насрели. Копар тут. Чё там не хватает? Сейчас я поем рыбу. Значит, когда мы побежим вперед, я тебе покажу, где надо встать. Встанешь у меня в звездочку. Готов, копар? Да. Скарлетт, пошли. Глупые смертные, думали, вот тут что вот одолели нас. Сан Лейн, непобедимые. Приготовься нажать скипание крови. Они падут теперь на тебя, никто не бьет, никто не хилит. Скипание и ЛПшки. Вот отлично. ЛПшки у одного, во второго. Кровоотвод и ЛПшки. Усиление магического оружия и повторяешь. Бейте аккуратно. Аккуратно. Вот видишь, это все очень легко. Только встань, пожалуйста, лицом к обеим боссам. К обоим боссам, чтобы он тебя в спину не пиздил. Потому что лицом ты можешь уклоняться. Вот видите, как все прекрасно. Шар РДД смотрит. Вот все, разряжа. Прольется кровь, умная сфера.
точечных или света, кинетика. Ты че вы ядра бьете, я не понимаю. Кто их бьет? Прожимай БЗ. Пожал? Почему паладин на сферах? Дал каплю. Какой паладин? Азаркузле. Даксон. Смотри за маной, шаман. Почему? Ладно, окей, я промолчу. Что, что, почему? Просто интересно, почему не БДК на сферах, а паладин? В смысле не БДК на сферах? Раз такое вижу. Любой танк может на... Ну, любых боссов здесь начать. Ну ладно. Не упало колечко твое. О, это на ретрика хорошее кольцо. Да, топово. Это у меня какой-то сын. Ну пока пойдет, тебе нормально. Она ретрика и сила. Нет, там как раз какой-то ловкость, сила. Кстати, и пояс пойдет. Пробивание брони, наверное. И чё? Ретрики же носят свалики у закладного духа. Да, носят. Я не о том, я о том, что в принципе это кольцо лучше по статам, если сравнивать, чем Лойда. Вот 6К. Да, Ламруа, конечно, идет. Давай поконтролим, значит, я квадратик, а ты звездочка. Готов? Ламруа вот ткнул тебя пояс, вот этот топовый на ханта. Спасибо. Что, Бёрн, делаешь меня на лане? Чекай, сразу догнали. Самое главное, когда ты сейчас бежишь к боссу, и смотрите, не врывайтесь, старайтесь. Если вы будете врываться, то возможно, что мы упадем, укус будет на танке. Значит, бежишь когда до босса, ЛПшки 2, кровоотвод, ЛПшка 3, усиление и еще 3 ЛПшки. Вот это самое главное. Это нужно как можно быстрее сделать. Я, короче, лучше на протопал орехи повесил. Да, с собой. Да. В 2 раза больше урона под меня проходит.
отдам, короче, антифир сразу на Тэнкса. Лучше на себя я маз доспел. У меня нежить. Подведи босса немножко к центру пьедестала. Короче, что-то не так. Зеркало висит на ДК. Потому что на ДК вон стак висит, тикает дота. Теперь напали. Под Геру я шамана могу перебурстить по хилу. Потому что так под сон, Геру тут такие мазы хилы. Потом мага близко. Тебе антифир, не бойся ничего. Давайте, хорошенько хитите. Раньше все разошлись 12 метров друг от друга. Начинаем представление. Я не могу использовать эту способность. За арку ёбаный в рот. Ух ты, какая шляпа. Бля, мне уже не надо. Скорость крит на полипала пойдет? Пойдет ты на что? Первое время, потом поменяешь освещенный, который кто? Идет с этой стороны. Это у меня это кольчуга, вот точно такие же статы, только там крит и МП5. Бери лучше хасту и эту, чё? Нахуй крит тебе и МП5. Не понял, принял. Бьорн, помнишь, короче? Да. Слышишь, Бьорн? Бьорн. Ну что? Помнишь, короче, ходили, да, шаман был, я вроде Локом или чё ли, который с кем я срался-то, помнишь, что у меня синдры после вальки? Да. Да, варом, что ли? Который волной-то нихуя, сука, не хилил, чёрт ебаный. А, да. Вот у меня сейчас на первом месте волна. Ну да. Так у него вообще волны не было, ни одной штуки. Ну видишь, я не могу, мне получается и щит я кидал всем, кто выносил вот эту штуку, получается, тени. Плюс Гера не было, если Гера нету, то холитрис не будет в топе. Хосты немножко. Я вообще про него забыл. Так, с КД было, ты был не дал. Ага. Я, Миш, у меня, видишь, у меня софткап собран. Не хардкап, а софткап хосты. Это 750. Хардкап там идет с 850, можно даже 900 сделать. Ну вот, поэтому без Геры у меня не будет бурсты сильного по отхилу по сравнению с Аршаном.
плюс мне нету тренинг на масс отхил и травмы нету. Мне приучить птичку? Нет. Уж не надо. Зачем? Как в прошлый раз, да, как 25 обычки. Зачем тебе приучать ее? Да шучу, я шучу. Да ты была в той обычке, наверное, да? Да, я была в той обычке, но я не была тем хантом. Я вообще был в шоке. Пацан приручать пошел птичку. У меня пукан тогда так. Кого-то сагрил. Мне кажется. Потом, короче, не агрите больше на маны выпить. Будьте бить эту, которая зимой. Этот самый, блин, они уже не стоял. Можете верхнюю пачку не пулять, мы ману отопьем. Капара, как ты, а как ты хилил на этой налане? Как, какую ротацию использовал? В смысле какую? Обычно. Скарлетт, просто... тут, короче, будешь по одного таскать в сторонку. Череп, да. Или вообще похуй, здесь как бы один ретрик. Не, не похуй, не похуй. Кидай. Чё ты имеешь в виду? Смотри. Две волны цепуха, или три волны цепуха, или волна цепуха, как? Ну, блядь, ты быстро накидаешь, у тебя есть две волны с критом. То есть так и хилю. А потом цепуха. Да. Просто есть такие шаманы, просто после цепухи которые... тоже у тебя появляется два стака этого критованной волны. После если цепухи. Критованная убыстренная, критованная то маленькая. А ты хилишь большой, это там скорость произнесения увеличивается, ой, уменьшается. Не уесть, типа, когда понимаешь... этих попало на платика. Понимаешь, в чем дело? Я просто видел шаманов, которые... Когда Олег кричит, что хильте волны танков, они по 4 волны подряд дают. Понимаешь, что есть выстрелу, и 2 стака у них есть, а еще 2 волны они так от балбы кастят. Поэтому мне интересно было. Ты мне скажи, зачем мне еще кастовать 3-4 волну, если танк уже на фул хп? Не, просто... Мне лучше тебя... кастануть цепуху в рейд. Тебе объясню, я сам хилю по ротации, правильно, да? Как ты сейчас хилю. Просто у меня всегда волна, ну, идет где-то с процента 23-27, и у меня она идет на 2% меньше, чем цепуха. А у тебя на 4% она больше, чем цепуха. Я и подумал, что ты еще третью кастовал подряд. Ну, бывало, и третью кастовал. О. По ситуации. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок. О, все, можно идти. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. Если хочет какой-то там Доксон или кто-то похилить рейд, то я могу с Копаром полетать. Если не хочет. Если не хочет, то хули приз на рейде Ашан тогда. Кстати, какому тут хилу МК кидать? Шамана. Да, шамана. Если бы холиприст хили увалил, то, конечно, лучше холиприст. Холиприст там немного упирается в крест. Слушайте, чё шамана мобы долбят, а? Если есть у кого-то танка, есть, может быть, вот. У тебя есть на этом танк? Я мог бы холиком тоже побегать. Ретрик. Второй холик. Ретрик холик на этом паладине. А сможешь здесь БДК один как бы без трэш не поддержать? Сможет. Нет, БДК может, но лучше Маша пусть в 2 потанчит. Я просто потом мало спикнусь, а ты потанчишь.
фарфор за тобой летать. Тогда лучше Holy Priest туда в МК. Почему? Потому что у шамана там особо ничего не изменится. У меня очень многое упирается в крит. Но у меня крита намного меньше, чем у шамана. Потому что у меня таланты не предвидят крита на отхил более чем 5%. Так какое правосудие мудрости должно быть, да? Так, Рокстер? Да хрен его знает какое. Да пофиг какое. Ты если Войд Борж Вальку хилит, то печать света юзай. Да не будет он Вальку хилить. Или ты... Да Вальку хилить я буду, ты на рейде. Чё, дай там каску. Ева, ты дашь мне МК, нет? Давай МК тогда на Тэнксе, я просто думал, что я в портал с Капаром пойду. Блин, сейчас. Макрос просто. Скажите, когда... Короче, когда Геру дадите, я кину ангела на Вальку. А чё мне прожимать, значит, крылья? Подождите, мана резать. Крылья? Там скилл есть в качестве. Крылья божественное преступление. Лицо, ещё там... короче, да, какое-то у Холи Паладина, я забыл. Лицо, скилл, два глаза, нос. 50% маны урез на все спеллы. Божественное преступление. А ну стой, так у тебя ж нету бонуса. Тебе нету бонуса его нет, смысла жать. А, так можешь не жать, тебе пофигу. Просто крылья. Тебе его не надо. Просто крылья прожмешь. И можешь, слышишь, можешь под крыльями возложение одну кастануть и подставь. Да что, щита-то нету или че? Нету, блядь. Он сидры упадет. Че? Не, он тоже. Не троллит его же кос. Че, готовы, погнали, че? Частицу на Скарлет и все. Ой, на Вальку я Скарлет хилю. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Блять, а куда мана делась, нихуя себе? Герои, вы должны мне помочь. Мои силы еще не готовы. На исходе. Залечите мои раны. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты чё, блядь? У ворот встречаемся. По часовой. Они не дамажат тут? Ну дамажат. Еще портал, да. Нихуя себе. Давай так же у ворот. Пиздец, проебал стаки. Кто? Я. Почему я почему-то их не показываю? Мы вроде вместе берем, я их не показываю. Перед мордой один есть портал. Поход и нас. Тут танка приходится держать, прошибает. Не успеваю его схотать еще, даже ускорение. Пиздец, он туре проебал. Я тоже. Может, вайп? Че, у вас там все хуево, да?
Два нуба в порталах. Да, кстати, а что-то 50% до сих пор мы хуй захилим, да, походу? Да. Может, мы ляжем уже? Там лечь хотят, давай-ка проложиться. Объясните, зачем ложиться, объясните. Вот мне, тупому. Не знаю, я что. Просто тут впервые, я не понимаю, зачем ложиться, а Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это сразу сюда. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Беги к этому дальше. К тебе полечу, просто собираю все. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мне. Почему маг три раза в пристак оставал огненным шаром? Собирай. Будьте серьезнее немножко. Страхуй копары, хуй знает, я не захерню. Да у вас тоже 8 лямов. Реально ложитесь? Зачем ложитесь, блин? Ну зачем ты эту херню говоришь? Вот зачем падать? Вы что вообще такие злые? Ну так и аргументировать же нужно. Если ты... Почему падать? Вот причину ты можешь сказать? Так как вы проебали стаки. И что, они снова их не смог набрать, да? 20 стаков не убьет? Нет, не убьет. Я 35 набирал, когда в соло хилил на некоторых серверах. Короче, опять проебаны стаки. Каким образом? Не знаю, мало времени было у стаков почему-то, после портала. Ну не хильте, пока хильте. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. У меня 24. Не проеби ты только, хорошо? Можете после следующих порталов Геру давать. Ребята, у меня ревность прохнула, давайте речь. Разгром. И подвал уже выходит. Вот поэтому ложиться предлагали. Сейчас объем затащит. Нет, не затащит. Когда... Это уже все. Я не как знаю. Вы два раза стаки проебали? Один раз ладно, а два раза как вы? Не знаю, как у Копара они проебались. Батя, первый раз вижу дырку у Вальки. Вот она какая.
Ты что, я с пугами не видел? Не-а. Счастливый человек?